красивейшие памятники мировой архитектуры. Луксор, Египет. Город Луксор в Верхнем Египте известен тем, что в нем находятся одни из самых удивительных памятников эпохи фараонов. Один из этих памятников, Луксорский храм, называемый также Южными тайными покоями или Южным гаремом Амона. Этот храм, построенный приблизительно в 14 веке до нашей эры по приказу фараона Аменхотепа III, был посвящен богу изобилия Мину Амону, покровителю Фив. От Луксорского храма до комплекса в Карнаке шла аллея сфинксов, чьи лица имели сходство с лицом Аменхотепа III. Длина этой аллеи составляла около 3 километра. При Рамзесе II здание храма было расширено и украшено статуями и обелисками, один из которых с 1836 года стоит на площади Согласия в Париже. Монументальный портал ведет в большой перистильный двор, также построенный при Рамзесе II. Со старым двором, построенным при Аменхотепе III, новый двор соединяет колоннада высотой 14 метров. Отсюда можно попасть в святилище рождения, на стенах которой изображено появление на свет Аменхотепа III. В этом храме ежегодно отмечали праздник разлития Нила. Статуя Амона ставилась в священную лодку, плывшую из Карнака в Южный гарем, то есть Луксорский храм, где статуя символически воссоединялась с женским божеством, чтобы зачать фараона. Таким образом укреплялся миф о божественном происхождении правителя. Этот храм, как и комплекс в Карнаке, менялся в соответствии со сменой религиозной власти. Однако в расширении этого храма, помимо фараонов, участвовали римляне, христиане и мусульмане. Например, во дворе Рамзеса II сейчас находится мечеть. Луксорский храм – один из древнейших в мире храмов, где по сей день произносят молитвы. Он был внесен в список всемирного наследия ЮНЕСКО в 1979 году.